Я когда домой приду, Нинка меня обязательно спросит, почему я дома не ночевал. Я ей сейчас вроде как отвечу, а вы со стороны посмотрите, естественно или нет, ладно? Если естественно, естественно. Если нет, значит нет. Вот я, значит, домой прихожу. Нет. Давай обстановку создадим, как у меня дома. Вы как будто теща, моя мать, будете теща, мать. Вы на нее похожи. Обстановка. Свистеть кто-нибудь может? Мужик, свистни. О, чайник будешь, понял? Чайник вскипает, теща здесь, все. Звонок ты. Это явно за тобой. Ты, так как ты никто не продриндит. Значит, смотри. Да, я когда мой приду, Нинка придет, почему ты дома не ночевал? Почему ты дома ночевал? А Нинка должна. Можно тебе попросить? Да. Ты как будто Нинка моя будешь, ладно? Попробуй это спроси. Почему ты дома не ночевал? Пока, для тренировки. Спроси. Не сиди ты, моя никогда. Когда я приду, моя никогда не встанет. Тут ты ревешь. Попробуй спроси. Почему ты дома не ночевал? Спроси. Почему ты дома не ночевал? Моя с подковыка спросит. Почему ты дома не ночевал? О, как моя сейчас спросила. Как моя сейчас спросила. Давай, я когда приду, ты меня спросишь, ладно? Давай. Все, я домой возвращаюсь. Это у соседей гуляю. Мне три раза. Вот если мой сломается, я тебе повешу будешь домой. Не слышу. Зато почему ты дома не ночевал? Калыка, чтобы я в роль вошел. Ты сам не ночевал. Дома не ночевал. Ну ладно, так тренироваться. Что ты дома не ночевал? Мне должно взвинтить. Ну-ка. Что ты дома еще? Ну, не надо. Чайник. Не надо. Соседи гуляют. Не надо. Соседи. Ходи, чайник выключи, Нина, сначала, чем мужик дергает. Почему я дома не ночевал? Нина, мы с ребятами после работы остались обсудить статью в газете «Труд». Обсудили мы как следует. А Васил говорит, давай еще одну. Обсудим маленькую. Я говорю, ребят, все, хорош, хватит нас одной большой, куда нам еще? А Васил говорит, ты наш человек или не наш? Наше будет обсуждать, пока в нем сердце бьется. Иду в киоск, ну, за газет мне. Я прилетаю в киоск, все, газет нет. Остались только толстые журналы за прошлый год. Вообще читать невозможно. Ну что, нормально, ребят, нет? Нет, не нормально. Ну слушай, я сам должен за собой следить. Теща обязательно спросит, где ты сидишь ты? Теща обязательно спросит, где пол зарплаты? Спроси меня. Давай, теща, спроси меня, где пол зарплаты? Ну давай, мать, ну. Мать, давай. Где пол зарплаты? Громко. Где пол зарплаты? Сама не выговариваешь, где пол зарплаты? Что тебе язык заплетается? Куда ушла пол зарплаты? Куда? Пол зарплаты.
Потому что, мать, мы после работы пошли все вместе, поскольку сейчас холодно было. И мы стали деньги сжечь, чтобы согреться. Василий всю зарплату сжег, а я половина.